Всем привет! Добралась я до сливы, но пока я до нее добралась, столько дел уже переделано. Вот сюда буду собирать. Лист уже слетает. Уже хорошо видны ягоды. Вон их сколько. Сейчас я опять лопну, буду их грызть. Вот так они лопаются, кстати. Вот вовремя не соберешь, и все, они начинают вот так все разламываться и гнить. Их надо быстренько-быстренько собрать. Льгис мне говорит, что тебе может быть помочь? Я говорю, мне наоборот хочется тебе помочь, чтобы быстрее сделать кухню. Хоть вроде бы не торопимся, но почему-то стало холодно работать на веранде. Сейчас ездили, искали банки. И зашли в магазинчик. Обычно там продуктовый частник, мужчина, ой, как начал все предлагать, и это берите, и то берите, и десятое берите. Ну, правильно и делает, молодец, так и надо. А так ведь ничего не увидишь. Ну и в итоге навялил нам селедки. Мы так давно ее не покупали, мы что-то все мясо, грибы последнее время все едим. Очень-очень давно не брали селедку. Я думала, что вот сейчас у Лизы день рождения будет, так и сделать селедку под шубой. Но чтобы вот так просто поесть. Вот я сейчас вычистила две селедины. На обед отварю картошки и поедим. Мишка тоже говорит, ой, тоже селедку давно не ел. Ну, а пока надо собрать на сушку сливу. Ой, сейчас иду, смотрю. Посмотрите, как яблочко склевали птички. Как интересно. Яблоко как ежик стало. Здорово. Вкусное яблочко. Вот еще одно. Тоже склеванное. Это вот отсюда. Ой, и даже на ветках склеванное. Ой, как много склеванных. Это соседская ветка, с которой мы тоже часто брали яблоки. В этом году, правда, своих хватает, но здесь не очень яблочки. Ну, какие-то Ильги здесь собрал, которые упали. Вы посмотрите, ведь пришел. Пришел тоже мне помогать. Я говорю, у тебя же там работы много. Он говорит, я люблю собирать в лесу ягодки. Я люблю свою лошадку. Ой, артист, говорю, мне тут собрать-то 10 минут на сушку. Он, нет, я, говорю, тоже хочу. Ну, раз хочу. Я хочу жене помогать. Ой, молодец-то, жене помогает. Все, 10 минут, и тазик готов. Ульгиза тоже готов. Но, оказывается, Ульгиз-то не для меня собирает. Он для себя собирает. Поулыбайся. Это он просто до кучи ко мне пришел, чтобы не скучно ему потом было собирать. У него свои задумки. Пойду эти запихаю в сушилку, следующий тазик наберу. Все, перемыла всю сливу. Сейчас вот на лотки всю уложу. Ну, тут ее еще пока мало. Палочки решила не убирать. Зачем? Стоять в компот нормально. Сами отвалятся. И сейчас собирала сливы и думаю, зачем мне компот варить отдельно, когда можно насушить столько, сколько надо. И яблоки насушены, и эти будут насушены. И все, и будем варить всю зиму компоты. Зачем нам эти банки? Там тем более с сахаром делать компот, а тут мы со стевией всегда помаленьку будем варить, и все. И красота будет. Красота! Да, в этом году хороший урожай, здорово. Все, одна партия получилась. 5 лоточков, этот еще не полный. Сейчас пойду за следующими. Включаю на 60 градусов.
и пусть сушатся. Вот так. Красота. Ой, этот я не столкала еще. Солнышко скрылось. Опять все в тучах. Но тепло. Тепло. Яблоки надо все собрать. Уже из деревьев. Так, собираем здесь. Собираем. Да, сегодня я занимаюсь только сливой. Сейчас два еще вот таких тазика надо для два тазика для сушилки. И еще тазик сделаю. Сделаю немножко этой. Сделаю немножко ткемали. И как вареньем сделаю. Тоже. Немножко. Банок нету. Но такие-то под варенье-то есть банки, которые стоят в холодильнике. Очень много вот такой. Вот она уже сразу начинает гнить. Туда забираются жучки разные. Ее половина еще не поспевшая, но которая поспела, сразу ломается. Вот и выбирай тут ее, как хочешь. Малину вот эту, сейчас я покажу. Вот эту малину, кто меня постоянно-то смотрит, вот я все хотела куда-то пересадить, но она настолько хорошо здесь разрослась. Вон до сих пор, понимаете, плодоносит. Конечно, тепла не хватает. Но сейчас, если пересадишь, она опять 3 года будет приживаться. Так мы лучше вот эти ветки все уберем от терновника. Расчистим ей эту площадь. Сделаем стоечки, вот такие же, как для этой малины. Ну, не стоечки, а стоечку. Вот так. Одну, вот эту, вот такую. Вот такую. И к ней привязывать будем. Вон какие ветки хорошие. И это хорошо. Хорошие веточки такие вырастила. Ну, прямо даже жалко пересаживать. Вон прямо такая она. Будет плодоносить сразу. Ой, сколько много. Тут тепло бы стояло, еще бы и налилась. Еще бы и малинка. Мы все ходим, щипаем и щипаем ее. Щипаем и щипаем. Я сначала-то понять не могла, думаю, да что ж такое-то, почему, что это за малина? Вначале-то я вообще была расстроена, что она невкусная, хотела вообще убрать. А я еще такая торопышка, хорошо, что я не поторопилась убрать. Я моментально, ведь мне надо все везде очистить, все, чтобы чисто было. Плевать, какой урожай лишь бы чисто был. Вон здесь, посмотрите как. Посмотрите как, вот уже, вон сколько вот. На виду, вот, все растрескивается мгновенно. Еще урожай собирать не начали, она уже вся потреснувшаяся. Калина еще вся живая, ее птички не клюют. Ну или потом, позже склюют. Надо тоже ее собрать сколько-то, сделать себе варенье полезное. Девичий виноград приобрел другой цвет, красивый, бордовый. Тоже какое-то бы место ему найти еще плюсом, чтобы он где-то вился. Надо весной вички рассадить куда-нибудь. Ой, этот развалился кустик сентябринки. Папоротник убирать надо. Он уже как засыхает. В итоге у меня получилось 12 лотков. Еще 3 пустых. Но пошел дождь, и я не пошла. Думаю, господи, не обязательно все сразу заполнять. Можно и завтра, и послезавтра.
Ну там еще даже очень много неспелых. Так, а сейчас я варю картошечку. Картошечку на пару. Селедочка уже готова. Вот какой у нас красивый обед. Селедочка с лучком и с растительным маслом. Я селедку вымачиваю очень-очень сильно. Вот она почти совсем белесая становится у меня. Немножко добавила яблочного уксуса туда. Чтобы соль совсем вот ушла. Так, вот иди. Картошечка и помидорчик. Вкусненько. Вкусненько. Давно не ели мы. Давно не ели селедочку. На улице всего 4 часа. А вот такая темень, как будто бы уже вечер-вечер. Пришла собрать яблоки. Вы посмотрите, все поклевали птицы. Хотя постоянно ходим, собираем. Даже на ветках все поклевали. Я думала, это там только сколько-то поклев. Постоянно собираем, всегда они были здесь хорошие. Да, надо все собрать уже. Все их к делу пристроить. Уже их немного осталось. Ой, ну надо же, десятка какими и осатом. Так что фрукты не только люди любят, но и птички. Надо, сейчас наклоню, все соберу. Очень много яблок съели, очень. Вот зеленые ведь не клевали, а когда созрели, тогда только начали жрать. Умные птицы. Умные. На этом дереве немного яблок. Ну, сколько-то слетело, собрали. Здесь не обклевано. Здесь рядом с человеком, так они... А нет, вон тоже обклевали. Тоже обклевали. Ну, птички, ну дают. Ну, собрала какие успела. Яблочки оставшиеся. Очень много, конечно, съедено. Ну, ладно. Если, дай бог, нам еще увидеть яблоки на своих деревьях, будем знать, что их нужно пораньше собрать. А то объедают птички. Там на самом верху еще два яблочка висят. Трясла, никак не слетают. Надо еще маленько потрясти. Он, может быть, слетит. О! Одно слетело. Одно слетело. Еще одно осталось. Вот на этом. Вот так. Ой, оно все равно погрызено. Все погрызено. Ага, вон еще одно. Еще одно. О, на самом верху. На самом верху. Собрала яблоки и решила, мультиварка пока пустует. Надо сделать повидло. Я две партии сделала, думаю, надо еще сделать. Здесь банки стоят, но некуда убрать. Огромный дом, поставить некуда. Только на пол, если. Надо сделать еще последнюю партию и уже увести сыну. Ну, а пока буду резать яблоки. Мне сейчас, кстати, съемки совсем делать негде. Все везде темно, очень быстро темнеет. Утром еще не расцвело, вечером уже темно. И вот такие дни, как вот, например, вчера, сегодня, топчешься, целый день топчешься. Из одного угла в другой. Это, что-то где-то делаешь. Ну, а показать вам нечего. Не будешь же вот так вот сидеть и показывать, что... Я режу яблоки.
Или я режу мясо. Полдня режу. Размораживаю, режу. Сегодня вот надо бы еще еду какую-то приготовить. Там осталась одна порция борща и все. Больше ничего нету. Сейчас что-то вот поели рыбу с... Поели рыбу с картошкой, пока вроде бы. Голода нету, да? Ай, давай завтра сварим. Да конечно, что мы не найдем, что поесть. У меня вон полная мастерская еды. Вот наша бабья, да, работа. Не видно. Где что делаем? Поставила я яблоки тушиться на повидло. И думаю, яблоки тушатся. Слива у меня сушится. Думаю, время-то еще ведь мало, надо же еще что-то сделать. Думаю, или надо запустить тушенку, еще одну партию, остатки уже мяса доделать сыну. Или что-то приготовить на завтра, потому что с утра надо будет все равно что-то кушать. Или вставать завтра с утра бегом готовить, а потом уже делать тушенку. Ну, я решила, раз у меня время осталось, значит, я приготовлю лучше еду на завтра, чтобы с утра уже не бегать, не прыгать с ней. А сделаю закладку тушенки завтра утром. Вот так. Вот сейчас мне здесь тушится мясо. А потом туда пойдут кабачки, немножко картошки осталось с обедом. Ну и эти овощи. Все, потушу просто и все. Ну вот, еда готова. Сушатся у меня сливы, яблоки еще тоже. Готовится еще им 3 часа. Все, оставлю на веранде. Здесь прохладно, все остынет. И перед сном поставлю в холодильник, и на завтра у нас будет еда. И на послезавтра тоже. Супчик еще, может, какой-нибудь сварю завтра. На завтра еще нам по порции есть супчика. А потом... Может быть, к вечеру сварю еще суп. Наши кошечки целый день носятся по дому. Нас сбивают с ног. А вечером такие довольные, такие счастливые. Укладываются, как будто бы ни в чем не бывало. У них закончился рабочий день. Да, Милка? Милка, я с тобой разговариваю. Пофиг. Работает девочка, перед сном умывается. Та спит далеко-далеко. Высоко и далеко. Да, вот хочется теперь вам помешать, как вы нам мешаете работать. Я хожу туда-сюда, туда-сюда, и она постоянно под ногами. Разлягутся. Переступайте их. Игорь, ты что там делаешь в темноте? Дверка должна плотно прилегать, а так как вот здесь небольшой бугорок был, вот приходится его срезать. Понятно. Так все было ровно, красиво. А как привезли ровные двери, стены стали неровными. Вон уже темно, темно, темно. Но время уже 7. Сегодня такая мелкая работа. Не знаю, показываю тебе, будешь ты там виден, нет ли? Не знаю. Непонятно. Ну, шуршание слышно было? Ну, вот, да. Будто мыши скребутся. Так, потихонечку делаем, копаемся по-стариковски, по-пенсионерски, да? Никуда не торопясь. Конечно. Ой, мне сейчас так нравится наше время, когда не надо...
Ну, когда авральной работы нету, да? Типа водопровода или еще чего-нибудь. А так потихоньку копайся, копайся. Сходил, полежал, покушал, полежал, что-нибудь поделал. Ну, вот и закончился очередной день. Что бы особенного, да, делали? Хотя, с другой стороны, я вот сейчас присаживаюсь на свое любимое кресло и думаю, а почему мы должны, да, что-то именно прямо конкретно делать, да? Ведь можно просто взять книжечку и просто читать весь день, сходить, покушать, пройтись немножко и опять лечь или сесть, кому когда нравится, и читать книгу. Нет, обязательно надо что-то вот делать, хотя... С утра встаешь, и все равно, ведь мы вон сколько магазинов сегодня объехали, искамши эти несчастные банки. Но где-то надо их все равно выискать. Но обещали, может быть, и будут. Вот. Потом вот и со сливами повозились, я изготовила, и яблоки, и то, все, и еще кучу дел. Пока даже готовилась там, я еще успевала и то поделать. Поделать, да. Кровать, на кровати не лежим. Я одно время что-то все прикладывалась к кровати. А сейчас, если свободная минутка, я лучше вот сюда. Вот сюда, к своему рукоделию. Села, поплела 30-40 минут и опять пошла что-то делать. Все, сейчас монтирую это видео, поотвечаю на комментарии, на все письма. Я свободна. Все, всем пока-пока и до новых встреч!